Шестой национальный чемпионат «Обилимпикс» стартует в регионе уже сегодня. Всего 15 компетенций. Для соревнований по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудовали рабочие места в 7 профессиональных образовательных организациях региона. Соперничество состоится в дистанционно-очном формате, который предусматривает выполнение задания конкурсантами на площадках, оснащенных видеокамерами для онлайн-трансляции. Центры управления соревнованиями размещаются на территории регионов соорганизаторов и в Москве, где национальные эксперты оценивают прохождение испытаний. Наблюдать за церемониями открытия и закрытия чемпионата, деловой программой и ходом соревнований можно будет также при помощи онлайн-трансляции.